больше. Трудно быть лидерами, потому что на нас все ориентируются. И надо двигаться реально только вперед. Мы это умеем, мы это можем, у нас это легко получается. Вот. Сегодня мы, после того, как у нас была там очень крутая командообразующая эстафета, назовем их так, мы решили, что у нас теперь есть девиз, есть название компании, да, нашего микроофиса. Кто мы? Мы команда! Как мы называемся? Ай, молодца! Наш девиз! Кто молодца? Мы молодца! Кто молодца? Мы молодца! Кто молодца? Мы молодца! Теперь, пожалуйста, музыка. Thank you.
деле очень плотно все связаны, мы как в семье, у нас всевозможные отношения, но самым главным показателем успешности компании является финансовый показатель. Так вот, я хочу, чтобы мы сейчас все вместе с вами вызвали финансовый дождь. Поможете мне? Да, конечно. Это на самом деле не сложно, то есть просто надо всем встать. Встаньте, пожалуйста. Финансовый дождь. Всем. Надо поднять обязательно два пальца указательных наверх и начать им стучать. Два пальчика. Теперь вот так. Сегодня свободно? Ну так денег будет больше. Три пальчика. Так денег будет еще больше, ребята. Четыре пальчика. А теперь пять пальчиков.